14 сентября, 10:30. Я сейчас вот был здесь в здании, такое вот деревянное здание, где принимают всех туристов. Сейчас все ездят на гондоле, вот на этот лифт, поднимается вверх, и все идут туда, едут наверх, чтобы покататься, погулять там, вот там вверху, в лесу. Может, медведей встретить. Но это не для меня. У меня нет столько времени. Поэтому я сейчас ждал, чтобы потеплело. Сейчас примерно, может быть, 10 градусов уже. Сейчас пойду одеваюсь и в Банф еду. 62 километра до моей точки. Приехал я в город Банф. Здесь вот главная улица. Она перекрыта только для пешеходов. Такая вот двойная широкая. Горы. Можно сказать, закупочный центр везде, наверное. Ничего особенного. Я сюда сейчас приехал пару точек посмотреть. И потом, может быть, в баню. Вот здесь я информацию получаю. Банф National Park 1885-го. Тогда, когда уже проложили рельсы. Вот информацию здесь получаешь. Тут сбоку маленькая церквушка стоит. Называется Сан-Паул. Почти 12. Я не голодный, но здесь так вкусно пахнет, везде идешь, эти рестораны противные готовят вкусную еду. Аж хочется что-нибудь перекусить. Но я не за этим сюда приехал. Сейчас здесь музей на окраине, хочу посмотреть, что за музей. Как выглядел Банф в 1896 году. 120 лет назад примерно. Это главная улица, она пустая. Музей был построен в 1903 году. Вот такой вот. Сейчас он также почти сохранился. Была реставрация немножко. Представляется куча животных, выставленных. Вход стоит 4,25 взрослый. Это не так уж и дорого. Мне интересно само здание. Не то что животные, потому что животные все равно не живые. Они не так интересны. Куча разных птичек мелких, сороки, вороны, совы, архитектура, какая-то особенная архитектура, обработка дерева, вот как здесь загинают, яйца разные, куча птиц, тут всякие эти грызуны, суслики, брундуки, белочки, летучие мыши, бобры, бизон со своим малышом. Вот тут и волк тоже. Куропатки всяких видов тут и вот. Дятлы. А где эта синяя птица, которую я видел? Она же тоже дятел. Тут и яички всяких птичек. Птички тоже.
как в этой комнате, что здесь хранится. Здесь какая-то история, наверное, рассказывается, как возникают пожары. Молния бьет. Куница. Карты старые. Так, я не хочу длинное видео делать. Буквально, может быть, пару минут. Вот второй этаж. Такой вот, как будто терраса эта большая вокруг. Животные вокруг. Это что это? А, такой как лавочка, что-то такое вот. Опять животные, куча. Это что, леса? Медведи. Пару рыб представлены здесь. А. Ох, какой жирный бобер. Всякие преисторические каменные ракушки. Это то, что здесь нашли, может быть, каких-то предков. Дятел опять белый. А где синий? Я не вижу его. Чё? Не представляется. Еще не вымер, поэтому не представляется, как создают здесь все препарацию. Офис. В этом офисе все здесь было. Бык такой. Ой, нифига себе. Какой-то клюв у него еще там сверху. Я такого еще не видел. Какой-то рог. Опять птички, суслики. Кости, всякие камни. Дерево всякое, бабочки. Ну все. Прошлись. Вверху еще вот такая вот. Выступ такой вот. Поднялся на мостик. Вот такой вот. Тихая речка тихонько текет. Там какой-то дикий переезд или что. Мелко видно немножко. Такая вот гора. Там центр города. Парк. Сейчас хочу запустить птичку. Смотрю, где тихо, тихое место. Потому что, как говорится, в парках запрещается. Там где-то водопад. Хочу еще на водопад съездить. Небольшой. Вот этот парк, может быть, тихий. Вот каскады. Гарден. Такое вот здание. Старое, наверное. Чей-то участок был, наверное, когда-то. Тут и цветы везде. Прогуляться можно. Место было построено в 11 году. В 1911 году. Когда здесь сделали парк. Стали сюда приезжать туристы. Люди отдыхать стали приезжать сюда. Такая вот местность. Везде эти парк-рейнджеры, их полно здесь. А. Я думал птичку где-то пустить. Они везде ходят здесь. А. Сейчас попробую удалиться. Далекое место, может быть. Их-то не будет, потому что здесь хорошо, что техника работает. Не будет слышно мою птичку. Везде эти водички, фонтанчики. Но рыбы нету, ничего. Просто... пустая вода. Облепиха здесь растет. Я так думаю, здесь ее просто посадили. Дико здесь не растет. Слишком холодно для нее здесь. Приехал на водопад. Здесь такие вот скалы прямо.
интересная формация. Вода уходит здесь, вон там на лодках катаются, вон, оказывается. Немножко такой вот дикий. Ну, я думаю, там уже не страшно. Вот это вот перейти на лодке, на байдарочку, вот это вот страшно, конечно. Убьет тебя там, столько камней много. Тут возле гольф-пляца стоит старый отель, который на всех картинках знаменит. Вот он, отель с другой стороны. Сейчас подъеду вперед. Ну, самое лучшее, конечно, птичку запустить здесь. Вот он, отель спереди. Огромный. Не знаю, какого года. И здесь вокруг вот такой вот... я не знаю, что это, шопинг-центр или что это. Конференц-центр. Я приехал на Cave Basin. Здесь такое вот место, где можно посмотреть вот такие вот минеральные источники. Но купаться нельзя вроде. Тут есть другое место, где купаются, вроде как мне сказали. Здесь купались раньше. Сейчас это как музей сделать. Ну и также здесь тропинки всякие, гулять можно. Вот такие вот солевые. Я сейчас прочитаю немножко информацию и пойду уже туда наверх. Туристов катают здесь на лошадке с телегой. Вот этот павильон, где купались люди. Построили его в 2014 году, 1914 году. 45 метров длиной был пуль. В то время он стоил 200 тысяч. Это большие деньги были в то время. Отель уже, вот фотка была сделана в 2020 году. Уже этого отеля. Но он не был так расстроен, как сейчас. Вот, я здесь нахожусь спереди. Тут вот, вот здание, где купаются, вот он пуль. Вот тропинка одна, вон тропинка другая, можно погулять. Сейчас идем в само здание. Здесь пахнет немножко, как некоторые говорят, тухлыми яйцами. Минералы, короче. Сейчас зайдем, узнаем. Заходим, на входе сразу можно попить, туалеты. Цена на взрослого 8,50. Здесь рассказывается, что... И как здесь есть, какие бактерии водятся здесь. Вот пещера, что там есть фонтан, который охлаждает воду, которая выходит из земли. Пещера вот такая вот, и у ней вот такая вот вентиляция в крыше. Кого-то прямо обработала по-настоящему. В пещере находили вот такие вот фасилии этих ракушек или как улиток. Вот всякие раскопки. Оказывается, что здесь как будто первые индейцы нашли это место, купались здесь. Они залазили через дырку в крыше. Первые про это место знали индейцы, а потом три рабочих человека, которые работали на железную компанию, случайно наткнулись на это место, залезли через дырку, вот это бревно закинули, залезли через дырку вниз, увидели что-то здесь, и сразу у них в глазах появился этот доллар. И это они нашли в 1883 году. Потом начало здесь развиваться. Поезд был здесь уже. И Киев. Вот это вот пещера. Сейчас. Получается, прокопали сюда вход. Ой, как здесь воняет тухлыми яйцами. По-настоящему воняет тухлыми яйцами. Вообще неприятно. Ба. Это примерно как... когда люди накушаются яиц и потом пукают. Примерно так пахнет. И вон дырка вверху. Пещера небольшая. Примерно, ну не знаю, как в квадратах сказать. Думаю, квадратов 40 здесь. Все, идем дальше. Здесь, ну, к запаху быстро привыкаешь. Сначала воняет, но потом нормально. Ну, получается, где-то здесь пробили уже вход. Заходим в соседнюю комнату. А здесь рассказывается история вся. Как появилось это все. Слушать не будем. Долго времени. Короче, появились первые поезда здесь. Пошли туристы. Пошли также все
кто хотел как-то инвестировать деньги в это место, бизнесом заняться. Я читать не буду, у меня это все времени нету. Интересно, конечно. Здесь Hudson Bay Company тоже где-то недалеко была. История. Это примерно начало 20 века. Вот он, двор внутри. А пуль закрыли, что ли? Вот купается. Шапочки, вязанки. История индейцев здесь. Банк. Canadian Rockies. Реклама в то время. Мужиков тоже под вид купальники, что-то такое вот. Загорают. Водичка теплая, конечно, можно себе позволить. Вот здесь был бассейн. Сейчас его нету, потому что не пользуется. Игровая площадка здесь для детей. И немножко истории про индейцев. Можно подняться на второй этаж. И еще вроде даже и на третий. Платформа такая вот. Внутренний двор. Вот здесь вот купались в то время самые первые люди. Тоже, наверное, горячие выходят. Как здесь пахнет яйцами. Ой-ой-ой. Вот там вверху тропинка. Сверху хорошо видно, но когда отражение, плохо видно. Надо стоять в теньке. Тогда лучше видно всякие такие минералы и также скопление всякой вот этой вот живности, которая растет. Через такие вот ворота и идем наверх смотреть. Там, где я вышел, нельзя выходить. Хотя написано было «Exit». Со мной этот сразу побежал этот охранник. Но не увидел меня. Можем подняться туда. Так, это вот эта яма. Дыра в пещеру, где мы были. Получается, люди как-то случайно здесь нашли. В лесу гуляли. Наверное, это на запах сюда пришли. Подумали, кто-то яйца кушает здесь, и нашли эту яму. А в эту яму любое животное свалиться может. Здесь вода из пещеры выходит. Такая вот отлаживается какая-то белая. Или это такие водоросли белые растут здесь. Потом здесь небольшое озерцо. И пар идет отсюда. Она, значит, горяченькая или тепленькая. И вон там плавают рыбки маленькие. Если вода горячая, как они там плавают? Может, вода чуть позже остывает? Как сюда вообще рыбки попали? Мы же на горе находимся. Или кто там закинул малышей сюда? В то время продавали минеральную воду. Скажем, с 12-го года. Потом какое-то время это притихло. Сейчас можно встретить. В каких-то магазинах продается минеральная вода с этих мест. Чуть я не обращал внимания, надо посмотреть. Вот конец тропинки. Здесь написано, что купаться нельзя, потому что вроде как очень жарко. Ну, минералов много, опять пахнет тухлыми яйцами. Она выходит оттуда снизу, и также, может быть, из-под этой скалы. Камера висит, чтобы здесь люди не купались, может быть. Булькает все. Белые минералы. Вообще-то это водоросли. Они, наверное, зеленые, просто покрылись каким-то минералом сверху. Вот тут минералы все. Вода бежит вниз здесь и впадает в это озеро. Поэтому, если купаться в этом озере, то также примешь все минералы на себя. Тут тропинка внизу вокруг этого болота есть. Ну, не знаю, что-то жарко, и я тороплюсь еще. Хочу в это съездить еще, искупаться в эти hot spring. Ну, не знаю. Вот минералы бегут дальше вниз. Снабжают это озеро. Туристов здесь мало. Что такую жару, я так думаю. Ну не то, что жарко, в теньках приятно.
Здесь на лошадях тоже вот тропинка, я там же прошел, тропинка для лошадей. И вон там почему-то стоят люди с лошадьми, что-то они двигаются, просто стоят на месте. Спустился немножко вниз, здесь тоже текет, но здесь она еле тепленькая. Здесь я мог тронуть, а в других местах она слишком, тропинка слишком высоко. Здесь уже выглядит как болото. Вот здесь куча рыбок. Они, значит, как-то поднимаются вверх. По течению. Или икру отложили как-то. Вот они, малыши все. В конце тропинки вот такая вот будка. Без крыши. И вот такие вот окна, чтобы смотреть за животными. Птицы, утки. Смотрим здесь. Ну, их нету, поэтому я просто природу показать. Вот. Она везде бежит, здесь еле теплая, уже остыла давно. Я ее только что замерил моим прибором, показывает в округе 500. Но это не загрязнение, это минерал, я так думаю, потому что грязно она не может быть. Она вот буквально спускается здесь из пещеры. 20 минут четвертого. С 10 до 10 открыты. Как мне сказали, 16 долларов стоит. Сейчас пойдем купаться. Прогреваться минералами, может, мою кожу пошел внутрь. Тут дали мне копейку. Такую вот копейку. Говорят, использовать можешь только один раз. Она, видать, проваливается куда-то и больше не возвращается. Поэтому сейчас попью воды и уже на выходе буду тогда открывать. Я уже два раза искупался. Ну, не скажу, что что-то особенное. Больше хлоркой дает. Вот такой вот балкон, терраса. Можно смотреть вниз. Недостаточно. Уже 5 час. Солнце садится уже. Надо ехать уже. Здесь на входе вот такое вот здание старенькое. Спускаешься в погреб. И там вот такой вот бассейн. Тут шопинг небольшой для туристов. Гифт-шоп. Короче. Ну, искупался, загрелся я, да. Ну, для меня это просто простой бассейн. Там хлоркой пахнет, минералами вообще не пахнет. Мне кажется, как и в некоторых местах дурачат людей, просто греют воду на 40 градусов. Там написано 40 градусов, но нифига не 40 градусов. Потому что я думаю, если баню делаю на 40 градусов, там не залезть. А здесь нормально. Вот когда-то шло здесь минералы, и они закончились, наверное. Все, это уже признак, что здесь не минеральная, а просто подогревшая вода. Все, сейчас пока еще тепло. Я сейчас хочу запустить еще пару раз дрончиков на пути домой. Был я только что у машины, покушал и сюда бегом. Уже 7 часов, солнце село, прохладно. Надеюсь, люди уходят, хотя много еще людей здесь. Вот здесь уже листья желтеют. У этого дерева для него уже холодно. Я приехал сюда проверить родничок, если хороший, хочу набрать воды. Дошел я до конца озера
Я замерил в начале и сейчас в конце. И показывает в среднем 70-80. Короче, чище, чем в магазине, потому что в магазине покупаешь примерно 120 все время, выше сотни. Короче, погрязнее. Но где-то в начале озера где-то впадает маленький ручеек в озеро. И этот ручеек я замерил, показывает 60. Чуть-чуть потише, почище. И он текет с верхнего озера. Сейчас на карте покажу здесь. Он впадает здесь почти в начале. И вот с этого озера, как не видно, впадает он. Там внизу у ручейка крест прибитый на дерево. Получается, крещенная вода, что ли? Надо смотреть, где лучше набрать. Где повыше. Поднимаясь вдоль ручья выше, здесь тропинка. На лошадях ездят туристы. Вон здесь все перетоптано. Хорошо, что я поднялся выше. Так, еще немножко выше. Где-то там наверху тропа идет на само озеро. Там внизу текет. Я бревна использую как лестница. Поднимаясь по ним, так легче. А здесь речки нету. Она пропала, ручеек. Он под землей бежит, что ли? И не слышно, и не видно. Набираю здесь, она здесь скапливается. Я так думаю, она здесь уходит под землю. Здесь скопилась хорошая маленькая лужица. 20 минут 9. Уже темнеет. Я решил пройтись по этой тропинке, где лошадь топчется. Здесь тише, ни одного человека. Там внизу люди гуляют. Я думал, что буду там спускаться по корягам, спотыкаться. Здесь пойду, все равно сейчас выйду на тропинку. Набрал примерно 7 литров свежей родниковой воды. Буду питаться. Солнце на те горы падает и отражаются они. Если бы не этот отель, может быть, даже не видно было, где разница. Мне кажется, еще сильнее покраснело. Красота. А здесь гора снежная отражается в воде. Такое я хотел как раз увидеть, отражение в воде.